В общем, ребят, кальмар ловится вот на такую вот приманку. Что она изображает? Ну, не знаю, что она изображает. Типа креветки, наверное, что-то такое большое, либо я не знаю. Вот, отпускается леска метров на 10, ну, до 13 метров. И методом троллинга. И потихонечку, там, через каждые два взмаха веслом нужно подергивать ее. И цепляется, соответственно, каракатица.
Сейчас времени около 5 часов вечера. И вот с этого времени уже начинается охота на кальмара. И всю ночь. Зараза какая, а. Смотрите, друзья, все, попался, есть первый сатон.